Еще недавно строительство ЖК «Вместе» только анонсировали, а уже в первом квартале 2019 года покупатели первой очереди отпразднуют новоселье. К 2021 году их будет 12, и в Советском районе появится зеленый микрогород со своей инфраструктурой и безбарьерной средой. Строительная компания «ИКАР» сейчас ведет работы сразу по двум масштабным объектам. Жилой комплекс «Вместе» расположен за мемориалом скорбящей матери на ОМЗ. Это огромная территория. Проект рассчитан на 120 тысяч квадратных метров жилья, 12 многоэтажных домов, которые объединяет единая концепция. ЖК «Вместе» – новая история в жизни шумного мегаполиса, жители которого устали от длительных пробок и суеты, хотят проводить больше времени с семьей и знать, что в этой семье все счастливы. Застройщик берет на себя миссию воплотить в жизнь ваши планы за счет создания благоустроенной территории и качественного жилья. Компания «ИКАР» создает новый центр комфорта в перспективном районе, чтобы вы могли жить в гармонии и радости, не уезжая далеко из дома. ЖК «Вместе» – это не просто новые высотки, это продуманное цельное пространство, где есть все для вашего отдыха, работы, покупок и занятий с детьми. Выгодное расположение и полноценная социальная инфраструктура позволит реализовать любые сценарии вашей жизни в режиме 24/7. Комплекс развивается гармонично. Благоустройство придомовых пространств, строительство детского сада, торговых площадей, скверов и спортивных площадок идет параллельно с вводом жилья в эксплуатацию. Здесь мы уходим от навязчивого ритма секций. Основная наша задача – это гуманизация среды. Мы внимательно проработали генплан и скажу, что нам есть чем удивить наших будущих жителей. Пространство спланировано таким образом, что разделено на несколько зон по возрастам. Здесь у нас предусмотрена городская площадь, центральный парк с фонтанами. В 2019 году мы приступаем к строительству детского сада. Также у нас предусмотрен торгово-развлекательный комплекс внутри квартала. Закрытые дворы, территория без машин, готовая отделка, доступная цена за квадрат, добротное качество жилья, школа и садик рядом. Но главная фишка проекта – в безопасности жилого пространства. Дворы и придомовая территория только для людей и закрыты от автомобилей. Для машин предусмотрены парковки за пределами дворов. Вместо них появятся игровые площадки. Сдача первой очереди запланирована на первый квартал 2019 года. Продажи квартир в ЖК «Вместе» уже стартовали. Вас ждет большой выбор планировок. Все подробности в офисе продаж.